Так, ну следующий наш гибрид, это гибрид называется Чибли. Чибли у нас уже давно в продажах, то есть он порядка больше 7-8 лет в продажах, в коммерческих продажах. В принципе, имеет как бы хороший успех на рынке. Что собой представляет Чибли? Чибли — это процессинговый томат, который имеет период вегетации где-то порядка 70 дней от высадки рассады или порядка 105 дней от момента всходов. За такой вегетационный период это растение может формировать массу плода порядка 120, а иногда и 140 грамм. Форма плода сама по себе получается кубовидно вытянутая, имеет насыщенно красный цвет, в переработке имеет хороший спрос, потому что по содержанию брикса, значение брикса составляет от 5 до 6 единиц. Также этот томат имеет хороший спрос и на рынке, потому что я считаю его как универсальным, как для переработки, так и для потребления в свежем виде, потому что так и насыпи его успешно перевозят высотой, несмотря на его крупность, высотой от метра до 1,20 м можно возить насыпью. Перезревшие томаты, конечно, ну как бы высоту меньше надо делать, потому что будут немножко мяться. Те томаты, которые собраны вовремя, везутся и доезжают нормально. Что касается густоты стояния, она должна составлять порядка 25 тысяч растений на гектар. Более загущенные посадки не рекомендую этого делать, потому что они хуже проветриваются и, соответственно, быстрее получается заражение болезнями. Поэтому и более густые посадки дают как бы меньше плод. Поэтому его стандартная масса плода где-то в основном 120 грамм. В продажах он у нас находится во многих регионах, где большое потребление его. Это в основном южный регион, Николаевская, Херсонская, Одесская область. Большие перерабатывающие комбинаты, такие как Сандора, в Одесской области, здесь вот в Шевченково, Инагра. То есть знают этот томат из-за высокого содержания брикса. По стоимости семян, поскольку он у нас в коммерческих продажах, он в доступной цене, и цена не выше, чем конкурентных томатов в этом сегменте. Что касается по устойчивости, как вы видите, ну, на данный момент большая вегетативная масса, то есть хороший облиственный куст, в принципе, хорошо закрывает плоды, ожогов практически нету. Густота тут на данном поле в норме, то есть она 21 тысяча, это та густота, которая рекомендована для этого томата. Что касается устойчивости, устойчивость от вирусных заболеваний на высоком уровне, то, что касается от грибковых заболеваний, фитофтороза, альтернариоза и других, томат устойчивый. Что касается бактериоза, той проблемы, которая есть последние года, то есть он намного устойчивее, чем первый гибрид на МИП. По урожайности, максимальная урожайность для него выше 100 тонн, 100-120 тонн с гектара, то есть это не предел. Можно убирать, само собой, как вручную, так и комбайновую уборку. То есть томат процессинговый, но, опять же повторюсь, имеет универсальное значение. То есть можно убирать на переработку, можно убирать для реализации в свежем виде. Дистрибьюторы наши, которые продавали этот томат, знают его хорошо, и в принципе в тех регионах, которые я назвал, пользуется хорошим спросом. Поэтому рекомендую вам, если вы еще не знаете, его посеять, посадить, предложить своим клиентам. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.